Хорошо. А как вам сеть интернет-магазинов, интернет-деньги, электронные деньги? Вы с этим знакомы? Ну да, в принципе, считаю, что за этим будущее стоит. Потому что сам много заказов, допустим, от того, что там Алиэкспресс, потому что они могут заказать. Хорошо, то есть вы с этим очень знакомы, да? Да. Я сейчас хочу вам предложить то же самое, только чтобы вы проводили свои заказы через свой интернет-магазин, но через Алиэкспресс, как вы делаете, как вы на это смотрите? Ну, расскажите поподробнее. Мы сейчас развиваем новую веточку, я лично развиваю новую веточку и приглашаю новых партнеров. После регистрации вам дается личный кабинет, личный номер консультанта, как скажем, и вам нужно будет Нормально. Вам больше интересно общение через интернет или только так? Лично. Ну, вживую больше интересно. Вам знакомо какой-нибудь? Ну, как-то слышал, вроде, ну, блин, в последнее время что-то не видно ее. Раньше с холодными люди бегали, сейчас не вижу. Это в том, что причин, что сейчас никто с каталогами не бегает, сейчас все работают через интернет. Там уже как-то больше вроде для женщин все. Не скажите, если вы понимаете, будет правильно, греетесь, моетесь, все семья может быть. Ну да. Где-то нужно партию хорошую подобрать, правильно? Правильно. Компания «Ритмик», да, есть серии мужской линейки, как скажем, не только мужской, но и женской линейки. Вам всего лишь нужно будет после регистрации Ну, в принципе, нормально. Ну, было бы интересно. Хорошо, а как мне ее зайдите? Мне нужно будет, я вот с вами связалась через OLX. Нужно будет перейти на WhatsApp, и вам нужно будет ее заполнить. Все, хорошо, дальше какие действия? Далее, потом я с голосовыми созвонами объясню вам, что нужно будет делать, и потом после регистрации нужно будет еще пройти обучение, как более эффективно приглашать людей и сделать свой товарооборот. Все хорошо.